Друзья, я вас приветствую на канале. Хочу с вами поделиться с таким приобретением. Приобрел я себе такие контейнеры для патронов фирмы Bullet Box. Один у меня получается для гладкоствольного 12 калибра, второй у меня для нарезного 7,62х54. Зачем они мне нужны? Постоянно 12, если взять калибр, пачка большая, 25 патронов. Ты едешь, она тебе вечно высыпается, там ломается, а не бог еще влага попала, она размокла, все, рассыпалась пачка. Тут аккуратненько приехал, открыл. Я вам в каждом, кстати, контейнере идет такие визиточки. Вот. Патроны сюда влазят и заводские. Вот заводские. Самокрутные. Вот они самокрутные. Также латунь. Латунь самый длинный. И замечательно влазит. И я еще сюда вставил 16 калибр. Если капсулем вниз, они сидят вообще отлично. Если капсулем вверх, конечно, болтаются. Но можно использовать и так. Они замечательные. Если ничего не вываливается, все держится отлично. Очень замечательные контейнеры. Второй у меня для нарезного. Также визиточка. Приехал. У тебя разные пули. Ты все видишь. Все отлично. Отстрелял гильзы. Аккуратно сложил. У тебя все четко. Я бывает ездил, там всякие тесты делаю. Ну, вы знаете, конечно, если смотрите мой канал. Я бывает стреляю и полуоболочками, и оболочкой, разными, короче, патронами стреляю. Мне вот так будет отлично видно, все хорошо. Что еще хочу вам сказать? Данные контейнеры я разыграю. Пишите мне в комментариях, что я типа участвую. У меня такой-то калибр. И напишите, друзья, в чем вы переносите патроны. Там в пачках или еще где-нибудь. Храните как патроны. Вот мне интересно услышать. Я свободно закрыл этот контейнер. Поставил в сейф. И они аккуратно стоят в сейфе. Собрался на стрельбище, либо на охоту. Взял контейнер, кинул сумочку и поехал. Вот. А также можно эти данные контейнеры заказать, пройдя по ссылочке. Ссылочка я закреплю в комментариях. Заказывайте. Я думаю, вам очень сильно они понравятся. Контейнеры они делают, грубо говоря, от 22 калибра до, наверное, заканчиваю 54 патроном. Ну, там на сайте зайдете, увидите все, что это. Данные производители еще делают, я сейчас фотографии где-нибудь покажу вам, они вырезают для рации, не, радиостанции, там можно пистолет, под пистолет сделать, еще под что-нибудь. Вы свободно пишите людям, что вам надо, если там надо размеры отправлять, они вам могут под все что угодно вырезать, вот. Под любые изделия, грубо говоря, чтобы она помещалась в такие коробочки, кейсы. Так, друзья, долго тянуть не будем. Поехали на стрельбище. Сейчас посмотрим, как они себя ведут на стрельбищах. Так, друзья, ну выехали мы на полигон. Взял свои эти чемоданчики. Очень удобно. Сейфа достал, сумочку кинул. Все удобно, все прекрасно. Взял себе новую пушечку. ТОС-54. Специально проверить. Вот такие у нас контейнер. Патроны стоят, все отлично. Так, постреляем с латуни. Все-таки ружье старенькое. Латунь. Курочки.
А, красота. И обратно гильза, если не выкидываете. Он вложил, все удобно, все прекрасно. Отличный кейсик. Сейчас поставляем с нарезного. Но самое, что мне было интересно, это для нарезного. Особенно до моей моськи. Сел, как человек, открыл. Берешь любые патрончики, какие тебе надо. Достаешь. Красота вообще. Эй, складываешь. Вообще кайф. Я ж прям кайфую. Так, друзья, ну закончили мы свою стрельбу. Очень мне понравилось, особенно для нарезного. До болта, вообще отлично. Для гладкоствола я взял чисто, чтобы патроны переносить. Там на охоту поехал. Взял. Тебе тут разная дробь. Там, как бы очень отлично. Все, друзья, также напоминаю, кому интересен такой кейс, его можно заказать по ссылочке. Кто самый везучий, может написать комментарий, написать свой калибр. Я один из таких кейсов разыграю. Все, друзья, всем удачи, всем пока.